друзья, а у нас сегодня игра «Смешное лицо». А вот и неправильно. Мистер Смешное лицо. Ой, извиняюсь, конечно, мистер Смешное лицо. Ну что, давайте распаковывать. Давайте, конечно. А из чего же состоит наша игрушка? Вот, само мистер Смешное лицо. Да на нем лица еще нет, мы его создадим. А еще что? Есть еще вот такой игровой механизм. Да, я вижу там какой-то циферблат. Это, наверное, по времени мы должны на мистера Смешное лицо нацепить все его лицо. А подсказочками нам будут вот эти карточки. На карточках нарисованы лица, которые мы должны собрать. И здесь есть раунды. Вот первый раунд, он самый простой. Вот второй раунд, он более сложный. И третий раунд самый сложный. И этот чисто. Ну что, готовы играть? Да. А вы знаете, что тот, кто выиграет, получит вот такой суперский спиннер. Нравится? Да. Готовы за него побороться? Да. Ну, давайте заводить нашего мистера Смешное лицо. Раунд. В первом раунде мы выбираем любое смешное лицо. Тима, Маша. Ага, вот такой дядько попался Маше. И вот такая шляпа сверху у Тимы. Кто первый будет? На дзинцок. На дзинцок, давайте. Дзинцок. Тима начинает. Первый начинает Тимофей. Мы ставим ему сюда карточку, чтобы он видел, что ему нужно собрать. И заводим механизм. У него есть 10 секунд, чтобы все собрать. Начинаем. Поехали, поехали. Ты правильно нос поставил? Он должен быть длинный. Правильно. Шапка есть. Усы синие. Синие усы. Ты глаза сразу? Давай, глаза. Хорошо. Глаз должен смотреть вверх. Он у тебя смотрит вниз. Давай, 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 чуть-чуть остается совсем. Время. Усы смотрят вверх. Усы смотрят вверх. Тимофей, быстрее. Рот, улыбка с зубами. Не то. Улыбка с зубами. Оп. Успел. Подожди. А шляпку ты ему одевал? Да. Ура, я выиграл! Да, Тима выиграл первый раунд. И у него одно очко. Маша, ты готова бороться? Да. Давай. Маша, давай, собирай. Наставь внимание, марш. Поехали. Не-не-не-не-не-не-не, Машенька, у тебя грустный. Грустный, скорее. Я не успею. Грустный. Так, у тебя носик, курносик. Да. У тебя глазки ромашки. Давай. Маша, у тебя бровки вниз опущенные. Да. Еще чуть-чуть у Маши остается времени. Бегом. И бантик. Успела, Маша. Ура! Так, второй раунд. Итак, товарищи, тяните ваших пациентов. Мешаем наши части тела, чтобы сложнее уже было. А то первый раунд вы быстро как-то так справились. Молодцы. Ну что, мистер Смешное лицо, ты готов? Да. Тима, давай нам свою карточку, чтобы мы видели, что ты будешь складывать. И заводи время, поехали. Так, что у нас? Глазки у нас очень злые. И смотрят вниз, правильно, Тимофей. Дальше, рот злой. Усы вверх поднятые. У него здесь даже очки есть. Так, усы. И в ту сторону усы. Не так. Ай! Тима, не так.
так усы поставила, мне вверх должны быть. Давай дальше, шапка. Ай, не успел. Тима не заработал в этом раунде ничего. Посмотрим, как Маша справится. Да. Ты готова? Да. Давай заводить мистера. Смешное лицо. Так, подожди, надо его сначала выключить. Завести. И вот так вот опустить. Да. Маша, поехали. Заводите мистера смешное лицо. А что у него? Сверху у него брови наверх. Блин. Давай, 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 давай. Не в ту сторону. В эту. Не-не-не-не-не-не. Не так. Не успею. Меняй их местами. Вот так. Не успею. Давай, 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 давай. Усы. Опять же меняй их местами. Меняй местами. Давай, 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 давай. Ай! И Маша не успела. И счет остается равный 1-1. Ребята, ну это был всего лишь второй раунд. А третий еще сложнее. Что же будем делать? Стараться быстро все это сделать. Да. Может, на третьем раунде не будем мешать? Да. Хорошо, давайте договорились. Третий раунд! Вытягиваем наши карточки. Кто там кому попался? Покажите. Один веселый, а другой злой. В этот раз злой у Маши. Кто первый начинает? Я. Хорошо. Экспериментом. Тимофей, а ты готов к третьему раунду? Да. Ну что же, поехали. Включаем. Так, 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 что у нас там? Бантик на лбу. Смеется, правильно. Так, 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 теперь дальше. У него на ушах вот такие синие штуки должны еще висеть. Но с картошкой, правильно, Тимофей. Вниз, нет, в разные стороны, в другие стороны. Назад, 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 да-да-да. Меняем местами, местами меняем. Меняем местами. Глаза, ромашки и очки. Глаза, ромашки, глаза, скорее. Скорее, он плохо видит, ему еще и очки надо. Ай, не успел, Тимофей. Ну что же, теперь очередь... Маши! Очередь Маши. Поехали. У Маши мистер смешное лицо уже совсем не смешной, потому что вы только выиграли по одному раунду. Получится ли у Маши обыграть Тиму? Смотрим? Да. Тима, я готова. Тимофей, заводи, Маша готова. Маша, у тебя очень злой дядька. Так, правильно, глаза, глаза, звездочки. Дальше у него нос картошкой. Вот этот? Да, правильно. Дальше, 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 дальше. Бакенбарды, у него вот эти уши какие-то странные. Так, шапочку не забыть, конечно. Тима, ты за Машу болеешь? Да. Давай, не-не-не-не-не, это усы вниз, усы вниз. Давай, скорее смотри, усы вниз. Бакенбарды, вот эти уши такие торчащие, правильно, Маша. Скорее, 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 скорее. Все, улетела Маша. Остался только такой странный чувачок. Ребята, кто же выиграл? А никто не выиграл. Общий счет 1-1. Но спиннер тогда никому не достается или будет общим? Общим. Хорошо, спиннер будет общим при одном условии, что вы сейчас одеваете вот эту шапку и делаете смешное лицо. Давай, кто первый? Маша, получилось смешное лицо. А Тима, давай. Та-дам! Ого! Вот это! А тебе понравился челлендж смешное лицо? Тогда ставь лайк. А кому передать привет?
пишите в комментариях и подписывайтесь на канал Тим и Маша. Пока-пока. Пока, друзья.